Что с качеством молока у нас на юге России? Прямо сейчас узнаем. В студии у нас заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Александр Малахов. Александр Ильич, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли к нам сегодня, присоединяйтесь к нашей теме. Ну, давайте для начала с такого вопроса начнем. Как все-таки, каким образом сейчас осуществляется контроль продукции? Конечно же, молочное интересует нас сегодня. Как сейчас, так и всегда мы осуществляем контроль молочной продукции путем при плановых, неплановых проверках, либо заявления самих производителей или сетей о просьбе о проведении исследований молока, в том числе и на фальсификацию, и на качество и безопасность. А как часто жалобы есть? Ну, скажем, что это жалобы. Чаще всего это работа ведется уже давно, и как бы интерес сетей именно торговать качественным молоком, в том числе нефальсифицированным, и они это пользуются больше как для себя, чтобы понимать, чтобы потребитель потреблял молоко качественно. И второй момент для того, чтобы изготовители тоже себя контролируя, тоже проводят исследования в наших лабораториях. А согласно законодательству, согласно 294 федерального закона, мы проводим плановые проверки раз в 3 года. Угу. Все-таки чаще всего сами предприятия являются инициаторами того, чтобы такую проверку провести, так или нет? Почему я спрашиваю? Потому что есть ли такая вероятность, что вот сегодня провели проверку, да, сказали, да, действительно, вот этот поставщик изготавливает качественное молоко. А завтра он взял и начал какие-то махинации проводить, ну, так скажем, удешевляя свое производство. Вот такое может быть? Может быть, в принципе, но, скажем так, мониторинговые исследования предусматривают свою внезапность. И поэтому, когда мы отбираем пробы в розничной сети, соответственно, производитель же не может сказать, что вот я отберу именно тот пакетик, где он фальсифицировал, или тот, который он не фальсифицировал. Поэтому они всегда находятся под контролем и в таком состояние ожидания, что лучше этим не заниматься, потому что они в любом случае могут попасть под контроль. А это, в свою очередь, сразу влечет за собой административное наказание. Угу. И прямо сейчас, если позволите, по поводу качества молока зададим несколько вопросов заместителю директора по ветеринарии Краснодарской межобластной ветлаборатории. С нами на связи Раиса Шкерер. Раиса Васильевна, добрый день. Добрый день. Основные направления, по которым вы тестируете молоко и молочную продукцию сейчас, это что? Лаборатория проводит широкий перечень исследований по показателям качества и безопасности молочной продукции. Это микробиология, токсикология, радиологические исследования. А если говорить о качестве, то одним из основных направлений это определение состава продукта, заявленного производителем на этикетке товара. То есть, если производитель заявил молочные продукты, выпущенные по ГОСТ, а это касается в основном масла сливочного, либо на этикетке товара производителям не указано наличие растительных жиров, то данный продукт и не должен их содержать. Другие показатели, которые лаборатория может определить в молочной продукции, это красители. Оценка риска при отборе проб в данном случае – это наличие нехарактерной окраски, насыщенно-желтого или красноватого цвета, вот, в масле сливочном, сыре, твороге, в сметане. Кроме того, в лаборатории проводится исследование молочной продукции на наличие ароматизаторов. В данном случае оценка риска при отборе проб – это отсутствие информации об использовании ароматизаторов на этикетке товара. Также определение лактозы в случае, когда продукция заявлена производителем как безлактозная. И определение наличия сухого молока в молочной продукции, которое декларировано изготовителем как не содержащее примесь сухого молока. Вот мы часто слышим информацию такую, что всевозможные растительные жиры, красители, антибиотики. А что еще в молоке находят и как часто? Ну, чаще всего из названных вами несоответствий мы обнаруживаем именно растительные жиры. И в такой продукции, как масло сливочное, сметана, молоко пастеризованное, молоко сгущенное, творог, сыр, а также консерванты в масле сливочном. Это сорбиновая и бензойная кислота. Ну, к примеру, в 2017 году в лаборатории поступило 114 проб молочной продукции.
на предмет выявления фальсификаций. Из них в 36 пробах выявлено несоответствие состава. В 30 пробах выявлены стерины, это где-то 26% от поступивших проб. И из 20 проб масла сливочного в 6 обнаружены консерванты, и это составляет где-то 30% проб. Но, кроме того, из обнаружения мы также выявляем остатки лекарственных ветеринарных препаратов, таких как антибиотики тетрациклиновой группы, нитроимидазолы, а также несоответствие по микробиологическим показателям. Спасибо, Раиса Васильевна. Но мы возвращаемся к нашей беседе. Александр Ильич, скажите, вот сказала Раиса Васильевна, что очень часто именно растительные жиры в молоке находят. Ну, чаще, чем все остальное. Это уже получается не молоко, а молочный продукт, я правильно понимаю? Ну да, можно сказать и так, что это является уже молочным напитком. Даже напиток, да? Угу. Ну, правильно, молоко в своем понимании, это молоко молочной железы. Ну, в частности, вот если мы про коровы говорим, значит, коровы, правильно? То есть все другое, что туда можно добавить, это уже является, и не заявлено об этом, это уже является фальсификатом. Ну, или уже нельзя этот продукт назвать молоком, правильно? Да, я вас поняла. Скажите, очень часто мы, когда ведем речь о качестве молока, мы побаиваемся того, что в молоке будет присутствовать именно не натуральное, а сухое молоко. Вот что о нем можете сказать и как определить, что если сухое молоко, в молоке есть сухое молоко? Да, если сухое молоко само по себе, если оно сделано с учетом четко соблюдения технологии, то оно по качеству никак не отличается от молока, того, который мы привыкли употреблять в пищу. А по пользе? Ну и по пользе тоже. Но это лифилизированно высушенное молоко, то же самое, просто удалена из него вода, скажем так. И по... При разбавлении его мы также можем получить молоко. Конечно, оно уже не такое, как молоко коровье, но тем не менее от него вреда не будет. Угу. Другое, конечно, содержание различных добавок могут привести к негативным последствиям. Потому что каждый человек индивидуален, правильно, у него могут быть аллергические реакции. А о том, что если мы, выбирая себе продукт, прочитав на этикетке, заранее должны быть убеждены, что мы покупаем именно то, что хотим, а там оказывается другое. Вот по крайней мере, то, что заявлено. Да, да, что там заявлено. Вот как раз здесь и есть подлог. И человек может иметь отрицательное воздействие на здоровье, организм, да, свой собственный, и не будучи об этом даже знать. Ну, вот как в частности, вот реакция на лактозу, да, возможно. А как все-таки определить наличие воды в молоке или каких-то еще добавок? Расскажите секрет нам сейчас. Как нам, обычному потребителю, покупать качественное? Я как ветеринарный врач могу вам сказать с примерами, может быть, не совсем с точки зрения лабораторных исследований, но с точки зрения врача можно сделать очень просто. Если молоко налить в стакан с водой, ну взять полстакана воды и налить в него молоко, то если молоко настоящее, оно будет не перемешиваться единым такой моногамный состав иметь, а именно будет адсорбироваться более ниже, то есть будет разделение видно, где вода, а где молоко. Если вы молоко возьмете разведенное и вольете в воду, то оно будет и такой полупрозрачной одной массой такой. Понимаете, это тоже, потому что само молоко имеет разную плотность. Если оно уже разведено водой до этого, то оно, соответственно, и еще вы развели, соответственно, то уже вы получаете просто белую жидкость, скажем так, беловатого цвета, но никак не молоко. Вы знаете, у меня есть свой метод, быть может, он субъективный, может быть, вы его как-то прокомментируете. Я всегда даю на пробу своей кошке. Если кошка пьет молоко, значит, оно настоящее, и мы покупаем для всей семьи. Если кошка категорически отказалась, не подошла к миске, вот здесь уже вопросы, но вот это точно мы уже не приобретем больше. Ну, это можно так, конечно, как биопроба, да, так называемая, что мы пользуемся... Конечно, животных сложнее обмануть, потому что они более обоняние, более мощнее, чем у человека. Но не сказать, что 100% это дает гарантированный результат. Вы же понимаете, что выявляя фальсификацию, и те, кто стремится к этой фальсификации, они тоже уже ищут более ухищренные методы. Вы же видите, вот Раиса Васильевна правильно пояснила, уже могут и подкрасить, и подсластить, и навести такой вид, что это прямо от молока не отличишь. Скажите, а вот очень часто для того, чтобы в том числе молоко не скисало, используют антибиотики, да, это не секрет. Вот чем они опасны? Ну, как, скажем так, когда вы идете к врачу, вам прописывают в случае там каких-то серьезных заболеваний антибиотики, вам же пишут конкретную дозу, там
кратность приема, правильно? Угу. А тут вы получаете антибиотики независимо от того, что нужны ли они вам в данный момент. И тем более не те совсем, какие, может быть, вам нужно применять в случае заболевания, понимаете? И получается, что пьете молоко, и у вас наступает резистентность организма к каким определенным антибиотикам. То есть впоследствии, если вы заболеете, то уже антибиотики данной группы может вам и не помочь. Угу. То есть нужно уже будет более мощнее, серьезнее антибиотики для того, чтобы вылечиться. Конечно, но зачем мы, если этого не хочу, зачем я должен это делать или употреблять, правильно? Угу. Если позволите, еще один звонок сейчас у нас есть. С нами на связи сейчас одно из крупных предприятий. Как ведут контроль за качеством крупные предприятия? Сейчас узнаем. На связи с нами по телефону генеральный директор ООО «Калория», доктор технических наук Татьяна Садовая. Татьяна Николаевна, добрый день. Добрый день. О качестве молока говорим мы сегодня в прямом эфире «Кубань-24». Как качество молока контролируют у вас на предприятии? Расскажите. Первое-наперво, это должна быть обязательно ветеринарная справка на это молоко сырье. Она выдается ветеринарной службой один раз в месяц. При отсутствии такой справки мы молоко не принимаем. Следующее, дальше молоко приезжает, это в основном молоко от больших хозяйств. И первое, что делается, это осматривается целостность пломбы, осматриваются документы, и дальше есть такой очень хороший способ. Когда лаборант открывает люк для отбора пробы молока, она сразу подносит туда нос, потому что вот все запахи концентрируются именно под люком. Дальше отбирается проба молока. Эта проба молока обязательно определяется на все физико-химические показатели. Это кислотность, плотность. Пока проба молока греется, то здесь делается наличие антибиотиков. Наличие антибиотиков контролируется в каждом отсеке молоковоза на присутствие 4 групп антибиотикам специальными тест-полосками и специальной тест-системой, которая показывает наличие или отсутствие вот этих недопустимых химических веществ. Конечно, дальше молоко пробуется и оценивается по органолептическим показателям. Угу. Конечно, молоко оценится по всем физико-химическим показателям. Ну и, конечно, молоко оценивается по микробиологическим. Вот здесь вот оценивается не каждая партия молока, а по определенному графику это молоко проводят специальные анализы на соматические клетки. Это косвенный показатель, это показатель заболевания коров маститом. Это точно так же определение общего микробного числа, потому что молоко, конечно, может быть, если высокое микробное число, то тогда уже страдает и само качество белка, потому что микроорганизмы уже на него действуют. Я вас поняла. Татьяна Николаевна, у меня еще один вопрос возник. Получается, что лаборант, который открывает, как вы сказали, и подставляет нос, вот как вы таких отбираете людей, специалистов, чтобы у них было очень тонкое обоняние, получается? Все-таки большая ответственность на человеке. Конечно, обязательно. Еще и проводится вот такой вот, как органолептический анализ. То есть обязательно необходимо попробовать это молоко после его, например, температурной обработки. Это обязательный анализ на каждой партии этого молока. Он прописан в федеральном законе. И молоко что можно по вкусу определить? Все можно определить. Очень многое можно определить. Например, у молока, которое поступает на предприятие, может быть какие-то пороки вкуса, пороки запахов. Например, если корову покормили, например, там диким луком или диким чесноком, угу, то полынью, это все, конечно, будет в молоке сырье.
Если мы говорим о том, что, например, неправильно хранили это молоко, да, или неправильно был роздан корм, как тоже один из таких показателей, может быть какой-то силосный привкус. Вы знаете, очень много людей, которые проработали у нас на предприятии, работают люди, которые уже, ну, наверное, 10 лет. Конечно, с опытом вот эти дегустационные особенности, они развиваются, и они очень много могут почувствовать визуально. Обязательно проверяем еще термостойкость. Это тоже такой показатель очень интересный, который косвенно может сказать о фальсификации молока. Спасибо, там... Татьяна Николаевна. Татьяна Садовая была с нами на связи, рассказала о том, как ведется качество молока у них. Ну вот если корова поела какого-то там чеснока или лука, да, как мы выяснили, это отразилось на вкусе молока. Оно уже потеряло свои свойства? Оно стало не таким полезным или оно просто стало невкусным? Да нет, она просто будет иметь сторонний запах и привкус. Ну а так качество молока, оно останется молоком. Но все-таки это брак на производстве, правильно я понимаю? Ну, если отдает чем-то молоко. Я думаю, это такие частные моменты, которые вы можете оценить только при индивидуальном содержании животного. Да. Понимаете, а на ферме там кормление стабильное, однообразное, поэтому там качество молока... То же самое, постоянно стабильное. Александр Ильич, хочу, чтобы мы с вами продолжили практическими советами, да, как-то людям помогли в вопросе выбора молока. Вот очень часто существует такое мнение, что если поставить молоко без холодильника, и если оно скисает, значит, это натуральное молоко, если появляется такой кефирчик. Но если же у молока появляются какие-то сторонние запахи, или оно синеет, ну и, мягко говоря, не очень хорошо пахнет, то оно не настоящее. Так ли это? На самом деле, здесь двояко можно ответить на этот вопрос. Первое, молоко действительно должно скиснуть, получится простокваша, так называемая, да? И, ну и второе, если оно быстро скисает, это говорит, что молоко получили не совсем, как бы сказать, с выполнением всех санитарных норм. Там, плохо помыли вымя, там посуда была не совсем чистая, потому что на дополнительное состояние молока, в частности, чистоты, как вот правильно он говорил уже, фирма «Калория», это тоже здесь говорит о том, что молоко может быстро скиснуть. Но на самом деле, да, оно должно просто скиснуть. Естественно, образуются кисломолочные бактерии, которые молоко сквашивают, и получается кефир. Если оно сквашивается каким-то не таким способом, который нам всем привычен и... знаком, да, то, конечно, если оно там отслаивается, там, не знаю, имеет неприятный запах, и, соответственно, что-то в нем не так. Что-то в нем не так. А вот где можно купить хорошее качественное молоко и не бояться при этом? Я имею в виду сейчас как обычные магазины, супермаркеты, но также и на небольших рынках молоко продают, да, вот сейчас, в жаркую погоду. Есть еще во дворах, да, молочницы торгуют, а также в бочках, которые вот как квас продают. Я видела молоко. Я вот, допустим, никогда не рискну купить в такой бочке. Правильно ли это или мне нечего бояться? Ну, тут сложно сказать. Вы знаете, тут все зависит от совести того, кто реализовывает. Конечно, можно сказать, что сети, они как бы более... централизованно получать это молоко, вот. И переработчики, которые получают сырье, они тоже перерабатывают из молока. Вот, вы понимаете, что хороший продукт из плохого молока не получишь, поэтому если вы привыкли кушать молочные продукты определенных предприятий, переработчиков, да, то есть у вас уже вырабатывается определенный вкус, там, не знаю, привычность к этим продуктам, и, соответственно, если какое-то будет другое, вы сразу будете это чувствовать. Это как и во всем. А покупать, ну, конечно, подворотник покупать не стоит. Дело в том, что само молоко по себе это продукт, понимаете? И мы употребляем его в виде, к которому мы привыкли. То есть налили в стакан и выпили. То есть не подвергая дополнительным каким-то обработкам. Поэтому фактор того, что это молоко подворотни будет в этом отношении качественное, это очень сомнительно. И второе, мне даже если вы прикопятите, там, или, то оно потеряет, а вы качество потеряете, вот, саму ценность самого молока. Ну и второй момент, самый главный, что небезопасно в плане того, что животное, от которого получено молоко, прошло ли оно все необходимые ветеринарно-санитарные обработки, или является оно под контролем получения данного молока, понимаете? То есть здесь уже
все-таки, я думаю, покупать надо в проверенных местах. И либо уже, если вы покупаете у кого-то из дома, да, скажем так, то это уже у тех, которого вы давно знаете или знакомы. Опять-таки проверенное место. Опять же проверенное, да, поэтому и знаете, что данное животное содержится у этих людей, которые проводят все ветеринарно-санитарные обработки. Спасибо, Александр Ильич. Ну, о качестве молока мы говорили с заместителем руководителя управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю Республики Адыгея. Александр Малахов был у нас в студии. Молочная тема дня на сегодня завершена. Через пару минут вернусь в студию. Продолжим эфир актуальными российскими и мировыми новостями. Не переключайтесь.